среду в Самарском регионе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем плюс 20-22, ночью плюс 16-18. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время ясно, плюс 22, ночью плюс 16. Ветер северный 5 метров в секунду. В Тольятти днем плюс 20, малооблачно, ночью плюс 17, северный ветер 2-6 метров в секунду. В Самаре днем ясно плюс 20, ночью плюс 16, ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 65%, температура воды в Волге плюс 19, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.